Дмитрий Кобылкин отчитался о доходах за 2012 год. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте правительства округа, на своем посту губернатор заработал свыше 13 миллионов рублей. Еще около 7,5 миллионов Дмитрий Кобылкин получил от продажи земельного участка. В собственности он имеет квартиру площадью 130 квадратных метров, гараж, а также земельный участок и недостроенный жилой дом. Кроме того, глава региона пользуется трехкомнатной служебной квартирой в Салехарде. Ценных бумаг, автомобиля и заграничной недвижимости у него нет. Доходы супруги губернатора Галии Кобылкиной оказались более чем скромными – 2 рубля. При этом в собственности у первой леди Ямала есть квартира и автомобиль Toyota Avensis. Что касается несовершеннолетних детей главы региона, никакого имущества за ними не числится.